Приветствую вас, с вами Наталья. Я сейчас нахожусь на даче и буду собирать малинку. Малины очень много. Очень много малины буду собирать, делать компот сегодня буду. Посмотрите, сколько ягод. Вот. Малинка растет сама по себе. Даже вот сорняки, которые есть внутри, мы не удаляем. Не хватает нас все времени, чтобы наводить красоту. Сейчас самая жаркая пора. Июль месяц, и заготовки, и курочки. Вот сколько малины. Территория малины очень большая. Но вот если я сейчас буду собирать малину, мне понадобится 1,5 часа, чтобы все собрать. Хорошо, что сейчас пасмурно, хорошо, что вчера прошел дождь, малина чистая, мыть ее не понадобится. Только собрать, сахарком засыпать, сделать компотик. Вот. Сейчас утро, для меня будет заодно и завтрак. Очень вкусная сладкая малина. Прошел дождик, малинка чистая. Ее только нужно собрать и обработать. Буду трудиться. Начала собирать малину и решила показать вот такую крупную малину целыми ягодами. Я откладываю в отдельные емкости. Ну, здесь примерно у меня 300 грамм. Можно использовать стаканы одноразовые. Но мне нравятся эти емкости тем, что здесь есть вот такие удобные крышечки. Они закрываются плотно. И малинка в целом виде замораживается. Затем я использую такую малину для украшения тортов, различных десертов. Просто украшаю стол. Малину перед тем, как собирать, я обязательно мою. Либо мою со шланга, чтобы малина была чистая, либо жду, когда пройдет дождь. Обязательно. Никогда малину после сборки урожая я не мою. Не жду, когда она запылится. Собрала малину. Часть малины у меня ушла в заморозку. А из этой малины я буду готовить жидкое малиновое варенье. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для приготовления жидкого малинового варенья я поступаю следующим образом. Малину пересыпаю в емкость побольше, кастрюлю, и буду готовить сироп, чтобы горячим сиропом залить малину. Малина у нас сухая, немытая, мы ее собрали чистую, и готовим сироп. Для приготовления сиропа потребуется на каждый килограмм малины 2 стакана сахара и стакан воды. Если у меня 3 килограмма малины, соответственно, у меня будет 6 стаканов сахара и 3 стакана воды. Готовим сироп. Сахарный сироп закипел. Горячим сиропом заливаем малину. Закрываем крышкой и даем малине с сиропом постоять 4-5 часов. Тем временем подготавливаем баночки, стерилизуем их, баночки, крышки. Я буду использовать пол-литровые емкости. Прошло 5 часов. Малина выделила свой собственный сок. Теперь все содержимое нужно закипятить и проварить на медленном-медленном огне 5 минут. Как только малина закипит, я добавляю пакетик ванильного сахара. Провариваю варенье 5 минут на медленном-медленном огне. При этом ложкой я малину не перемешиваю, чтобы осталось как можно больше целых ягод. Не снимая варенье с плиты, разливаем его в горячем виде в чистые стерилизованные баночки и укупориваем под металлическую крышку.
из 3 килограмм малины у меня получилось 3,5 литра малинового варенья. Баночки я переворачиваю на 5 минут, не больше, чтобы простерилизовалась дополнительно крышка и проверить, нет ли протекания. Затем я баночки переворачиваю. Я никогда не делаю варенье густым. Если мне хочется густого варенья, я зимой открою баночку, добавлю желфикс и сделаю густое варенье, повидло, джем, как мне захочется. На этом я заканчиваю свое видео. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, пишите комментарии. С вами была Наталья. До скорых встреч!